В сильный снегопад и в лютую стужу 40 строителей возводят будущий храм гранита науки. Нет времени ждать. 59-я школа перегружена учениками. Вокруг активно идет застройка микрорайона. Детям необходимо достойное место для обучения. Выполнены монолитные работы цокольного этажа, ведется работа по первому этажу, выполнена гидроизоляция по периметру, выполнена обратная засыпка. Современное четырехэтажное здание возводится рядом со старым корпусом, рассчитанным на 300 учеников начальных классов. В новом просторном помещении смогут получить знания 400 учащихся старших классов. Здесь будет и столовая, здесь будет и спортивный зал, актовый зал. Просторные классы на два перехода будет связано данного корпуса с соседним корпусом, где сегодня детишки обучаются. Строительство объекта финансируют из регионального и муниципального бюджетов. По планам, новый корпус должен быть готов в конце следующего года. Но, по словам представителей власти, они приложат все усилия, чтобы обновленное учреждение распахнуло свои двери к началу учебного года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,